строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов, и все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными, нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую, никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать. Но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство. Да что там происходит-то? Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Да, бери снарягу. А это что? Давай, Уокер, надо уходить. Бери снарягу. Защищаю вход. Ну, Лили, я в него метил. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили, она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. А я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Тогда чего мы ждем-то? Давай! Не отставай! Лучше ты, чем я. Я сейчас! Чуть не насмерть? Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Уокер! Витый во двор! Живо! Уже иду. Лили со мной. Джерси отправили предупредить другие поселения. Значит, все серьезно. По рации передали. Такой мощной атаки еще не бывало. Я серьезно. Чего мы ждем? Пошли, заработаем по медальке. Мама ждет нас. Валим отсюда! Скорей! Ну и махина! Какого?
Это Рейнджер! Я знаю, кто это! Жесть! Башку ему отгрыз! Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. Сейчас или никогда. Надеваю броню. Тогда... О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. О, охренеть! Это даже круче, чем я думал. Сам по себе. Нет. Иду. Держитесь, скоро буду. Помнишь, что в Академии рассказывали про рейнджерскую броню? Врубай форсаж, когда он зарядится, и покроши врагов в капусту. Thank you.
Тетя Проули, герой войны, рейнджер и всем пример. Особенно для Лили. Когда мои родители умерли, растила меня. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний. Иди сюда! Это броня Джерси. Джерси погиб, мэм. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Это что за хрень? Вижу такую махину. Тем проще целиться. Может быть. Он же мертв. Генерал Кросс? Берите первое поколение, всех остальных убить. Генерал Кросс, большой злодей, глава правительства, призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно, если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Осторожно! Отпусти меня! Ты урод! Проули. Эрвина Проули, это ты? Я думал пощадить всех уроженцев Ковчега, ну, в целях экспериментов. Но для тебя сделаю исключение. По старой памяти, Эрвина. Ведь именно твоя никчемность и сохранила мне когда-то жизнь. Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ты чё творишь? Я ж в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это все? Все, что осталось? Выживших пара десятков. Мы еще разбираем завал. Я видел Проули. Генерал Кросс. Он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому увечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила... что правительство вернется. Они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. А ведь правда.
Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила, Броули. Пришел за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Броули. Запрос обрабатывается. Отмена протокола. Локер, если ты видишь это послание, нас потрепали сильнее обычного. Скорее всего, не Эдер-2, а Винланд разрушен. Это также значит, что ты последний рейнджер. Правительство вернулось, и его надо остановить. Все эти годы я не давала тебе присоединиться к рейнджерам. Я предвидела, что они и старшие могут стать мишенью. Надеялась, что ты выживешь. Ты мое секретное оружие. Прости, что не говорила тебе всей правды. Я даю тебе доступ к главному ковчегу Винланда и всем его технологиям. Старый морозильник. Я твои родители. Лежали там несколько веков, как замороженные куриные тушки. А потом восстали и надрали правительству задницу. В ковчеге есть распределитель ID-сертификатов. Считай его моим подарком. Это устройство активирует нанотритер в крови и дает себе сверхчеловеческие способности. Иначе не скажешь. Войди в ковчег и включи устройство. Сейчас узнаем, что ты для меня припасла, призрак Броули. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. Добро пожаловать в ковчег 401А. Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее. Добро пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. Хорошо. Повторите. Еще раз. Очень хорошо. Симулятор научит вас использовать ID-сертификат «Рывок» для уклонения от вражеского огня. Повторите. Еще раз. Хорошо. Теперь вы знаете, как использовать ID-сертификат «Рывок». Откусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Как странно получать приказы от мертвой тетушки. Вот твой первый ID-сертификат. Это только начало. Ковчегов множество. Отыщи их. Используй их ресурсы для борьбы с правительством. В одиночку его не победить. Если еще жива, она станет тебе незаменимым помощником. Есть и другие союзники, те, о ком тебе только доводилось слышать. Когда война с правительством подходила к концу,
Несколько лидеров сопротивления объединились и создали проект «Кинжал». Его цель – уничтожить правительство. Окончательно. Правительство несло тяжелые потери, но мы не верили, что оно просто возьмет и исчезнет. И мы знали, что в распоряжении генерала Кросса есть технология, дающая что-то вроде бессмертия. Когда Винланд изолировался от чужаков, закрылся и проект «Кинжал». Но я кое о чем договорилась с остальными его основателями. Их трое. Первый – Джон Маршалл из «Ствола». Закаленный практически старый вояка. Он первым выступил против правительства. Он лучше всех разбирается в технологиях и шпионаже. Его навыки помогут тебе скрыться от глаз правительства. Вторая – Лузам Хагар из «Источника». Дочь героя войны Дэна Хагара. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города Пустоши. У нее есть... Решила переложить все это на мои плечи и свалить в закат, да, тетушка Проули? Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня. Лили, мне нужно разыскать троих. Джона Маршалла, доктора Квасира и Лузам Хагар. Они участники проекта «Кинжал», направленного против правительства. Ничего себе задание. Да, твоя матушка и после смерти не мелочится. Не смешно, Уокер. Прости, Лили. Слушай, я готов отправиться в пустоши. У меня есть как раз то, что нужно. Приходи. Много пригуси. Сколько первопоколенцев? Пересчитай должен. Их нет, сержант. Смотри, ни одного. Ты крутая. Но когда нужно, ты ни хрена не делаешь. Еще одно слово. Что? Ты крутишь меня, как я хочу видеть здоровье. Я нарудинил. Что предложишь? Ну, у меня целая тонна идей. И с твоей помощью мы эти проекты реализуем. Это нужно для твоего выживания в пустошах. Для начала добудем тебе тачку. Гараж работает, Феникс готов расправить крылья. Впереди у нас с тобой море работы. Тебе надо копить мощь, а мне привести Винланд хоть в какой-то порядок. Если повезет, трое из проекта «Кинжал» тоже будут с тобой сотрудничать. Для борьбы с правительством тебе надо стать сильнее. Спасибо за совет. Ладно, я отчаливаю. Мир суров, так что будь осторожней. И веди себя прилично. Ты ведь теперь рейнджер. Не урони честь мундира. Да, ближайший человек из проекта «Кинжал» в стволе. Это Джон Маршалл. Начни с него и постарайся не погибнуть.
смотри, новенький рейнджер. Я Феникс. Да, я знаю, что круто выгляжу, но еду я еще лучше. Ну что, поехали кататься. Явно искусственное. Наверняка засада. Ага. Постарайся расчистить дорогу. Возвращайся скорее, Уокер. Преграда устроена. Нина, путь свободен. Да, коалиции это понравится. Держи на газ!
приехали. Включен режим ожидания. Должны найти доктора Квасира. Приближаюсь к вражескому форпосту. Торговая коалиция была бы рада вернуть себе этот форпост. Если перебьешь там хмырей, сделаешь себе хорошую репутацию. Thank you.
все ремонтировать корпус, начинать надо спереди.
системы полностью восстановлены. Режим ожидания. Системы восстанавливаются. Системы полностью восстановлены. Не так уж было и сложно. Форпост зачищен, ни один гад не уполз. Молодчина, рейнджер. Мама Кроули может тобой гордиться. Системы активируются. Я говорливый Гарсия, торговец, путешественник, продавец изысканных товаров. Не утаи же, кто ты? Уокер, а мы и дальше так будем говорить? Безусловно, витиеватая речь – признак широты ума. Уверяю тебя, ты захочешь иметь дело только со мной. У меня отменный товар. Тогда позволь... изучить твои лоты. А, пожалуйста. Уверен, что за что-нибудь глаз да зацепится.
Системы активируются. Какая-то здоровенная башня. Объект правительства. Нутром чую. Чёрный, походу, сторожевая башня. Мне ещё с войны осталось. Такие стреляют во всех, кто подходит слишком близко, так что действуй осторожно. Сторожевая башня больше не опасна. Отлично! В таких башнях бывает бесценная старая техника. Забери все, что сможешь.
активируются.